Группа ученых начала работу над разработкой технологии нового поколения. Команда платформы цифровых активов Kyber Network договорилась о сотрудничестве с учеными Калифорнийского университета в Беркли для разработки новой модели блокчейн-бирж. Согласно созданному плану, в ближайшие 3 месяца будут изучены основные трудности, с которыми могут столкнуться участники крипторынка. Предложены пути минимизации рисков операций с цифровой валютой. Над проектом работают не только ученые-преподаватели, но и студенты университета. Сооснователь Kyber Network Лой Лу отметил: «Децентрализованные биржи имеют огромное влияние на распространение инновационных технологий среди обычных пользователей. Студенты Беркли обладают потенциалом для неординарного и творческого подхода в решении задач, поэтому они являются отличной аудиторией для помощи в отшлифовке идеи Kyber Network».